Так, всем привет, земляне! И снова с вами я, Татьяна. Вот понадобилась мне овальная форма. И решила я ее сделать сама. Хочу поделиться с вами. Может, для кого-то это уже не ново, но кому-то может и пригодиться. Конечно, форма не маленькая. Я ее делала для подноса. Но думаю, для овальной шкатулки еще подойдет. В дальнейшем хочу сплести для рукодельных моих каких-нибудь аксессуаров, так сказать. Ну что, тут коробка вот из-под утюга. Я обмотала все это гофрокартоном, сжимала его. И потом вот такие вот штучки, тоже картонки. Да, вот так вот для упругости засунула вот здесь вот с обоих сторон и с этой стороны тоже с донышка. Ну что донышко, то и верх одинаковый. Так, ну вот еще сделала из гофрокартона, вот не знаю, приделать не так, закрыть вот это для эстетики, так сказать, или нет, или так оставить, посмотрю, короче. Так, и вот донышки я сделала. Вот расчертила тут для подносика. Ну, донышки нужно на сантиметр меньше, чем сам поднос. Вот эта форма. Вот. Поэтому сантиметр я сейчас вот этот обрежу. Так вот, где у меня пунктиром сделано. И буду приклеивать трубочки. Трубочки приклею, наклею обои виниловые. Вот, покажу. Так, ну вот я приклеила картонки сначала бумагу оберточную, так как очень гофрокартон, видите, такие полосочки дает. Красиво будет вмятины. Вот сначала, значит, вот такую я бумагу сделала. А потом вот обои приклеила. Вот и здесь вот так вот. Здесь так. Вот. Тут немножко у меня получилось, конечно, неаккуратно. Ну ничего, потом плетением закроется, не видно будет. Вот. И теперь уже не видно вот этих мятин вот на гофре. Видите? Вот. Еще бумажки приклеила. Картонки у меня не было. Села бумажку. Так, и вот разметила. У меня как раз ровно получилось. Трубочки сейчас приклеивать буду на скотч двусторонний. Через 2 сантиметра. По две, ну, в общем, двойные трубочки буду делать. Так, ну что я тут теперь сделала? Приклеила я двусторонний скотч и на него наклеила двойные трубочки. Одну светлую, другую темную. То, что я чертила вначале, у меня почему-то не вышло. Вот. Значит, у меня здесь вышло 36 двойных трубочек. Вот не знаю теперь, чем мне тут и каким узором плести. На углах, конечно, у меня большое расстояние, мне кажется. Вот, не знаю, может еще по одной добавить. Я уж приклеила. Отдирать не хочется. Так. Ну ладно, попробуем сейчас. Это первый мой опыт. Как говорится, первый блин комом. Так и здесь. На ошибках будем учиться. Вот. Сейчас приклею вторую половину. Картончики вот так. Так сделаю донышко. И буду поднимать.